В 10-й школе вместо уроков сегодня прошел новогодний квест. Здесь это уже традиционный праздник для всех – учеников, их родителей и педагогов. Школьники разбились по командам и проходили веселые испытания. Очень нравится, прям вот дети такие красивые, ходишь прям, и разные костюмы, и костюмы знакомые, незнакомые, прям радости выше крыши. Классно, что уроков нет сегодня. Да, очень отлично. Очень. Все без исключения пришли в новогодних костюмах, в том числе учителя. Не только для нас, для учителей, новое что-то, но и для детей. Увидеть учителей в таком, ну, в таких каких-то новых образах – это замечательно. С наступающим Новым годом! А кабинет директора превратился в резиденцию Деда Мороза. Руководитель школы сегодня главный новогодний волшебник. Поэтому желаю, чтобы у всех школ, у всех детских садиков, у всех детей с 1 января все получилось так, как они захотят. Главное – слушайте родителей. Это очень важно. Родители желают только добра. За победу на различных станциях квеста школьникам платили новогодней валютой. Ее назвали «морозка». На заработанные бумажные монеты дети могли купить различные праздничные услуги и товары. В столовой развернулась целая ярмарка со сладостями. Их приготовили родители. Пирожные и пряники можно было также приобрести на заработанную во время квеста новогоднюю валюту.